оказались на нашего любимого музея Остапа Бендера и в присутствии владельцев музея, его друзей, художника, художницы, оформившей замечательную книгу об Остапе Бендере. Я хотел бы зачитать то, что я считаю своим личным долгом сделать. Почему? Потому что наши два гения, Ильф и Петров, в свое время получили аванс из журнала «30 дней» за книгу, которую они не сумели написать. Им просто не дали ее написать. Поэтому я по своей жизни люблю заканчивать все, что мне нравится, что я люблю. И эти произведения я очень люблю всю жизнь. И я чувствую неудовлетворенность в том, что эта трилогия не закончена, есть только дилогия. Поэтому я взял на себя поистине невыполнимую задачу сделать продолжение под названием «Подлец», как и называлась она у наших этих двух соавторов. Я взял на себя эту задачу, не знаю, как мне удастся с ней справиться. Но она у меня в голове, в душе, в сердце. И я думаю, что я все-таки, если мне Господь позволит, я с ней справлюсь. Понравится она вам, не понравится, это уже судить вам. Будем надеяться, что все будет хорошо. Спасибо. Рудольф, с огромным удовольствием вручаю вам книгу вот «Золотой теленок», 12 стульев, история города Колколамска. Вами, так сказать, достойно продолженную. Я надеюсь, и сейчас мы услышим это продолжение. Спасибо. Я очень польщен. Спасибо. Спасибо. Это великолепная книга. Я ее видел в Доме книги. И очень рад, что она у меня в руках. Надеюсь, я буду достоин этого творчества. Пока возьмем. Ну вот, друзья, прошу не судить меня строго. Тем не менее, я сделал все, что мог. Ну, произведение будет называться, как у Ильфа Петрова, «Подлец». Даже у меня есть тут посвящение кое-кого, но пока не буду говорить. Вы услышите сейчас первую попытку создания вот этого произведения. Это будет первая глава вместе со вступлением. Вступление, я считаю, то, что я пытался расписаться. Ну, я пока ничего не выбросил из того, что из этих попыток. Но это вот такая немножко, может быть, длинноватая глава. Значит, начинаем. Пароходик, осуществлявший связь Соловков с большой землей, назывался Глеб Бокий. Одновременно это было и именем одного из трех главных людоведов, осуществлявших перековку огромных масс заключенных, согнанных туда со всех бескрайных просторов бывшей России. Официально это называлось «Соловецкий лагерь особого назначения». Или сокращенно «Слон». Зэки и заключенные, прошедшие этот ад земной, обычно делали наколки на наружной части пальцев кулака. Каждый по одной букве этого сокращения, которое ассоциировалось с прекрасным, в общем-то, добрым животным, а в действительности было злобной машиной по бессмысленному уничтожению людей. Была такая детская песенка, прибаутка: «Приходи на Невский 5, слону яйца качать» и так далее. Поговаривали, что по этому адресу находилась закрытая контора по вербовке вольняшек. Но эти самые Соловки так называли вольнонаемных рабочих и служащих, а также и охраняющих на Соловецких островах смерти. Отсюда, может, и пошло выражение «качать права». Может быть. Но вернемся к Глебу Бокию, человеку и пароходу, как выражался бывший до 13-го года поэтом Владимир Маяковский. Странноватая фамилия у Глеба. Не Однобокий, не Кривобокий, а просто Бокий.
Он до 37 года побоковал, а затем его выправили пули в затылок в подвале на шпалерной большого дома, который, как говорили, был столь велик, что с него была вся бывшая Россия видна. Ну, как говорится, за что боролся, на то и напоролся, как и подавляющее большинство его соратников. Когда революция начала поедать своих детей, как это было сказано еще о великой французской заварушке, но так была хотя бы настоящая революция, а это результатом контрреволюционного переворота. И вот теперь на Соловках эти контрреволюционеры перемалывали пух и прах революционеров, в кавычках, истинно, как они себя считали. А в общем-то, чума на оба ваших дома, выражаясь словами Уильяма нашего Шекспира. Ну, как вы, наверное, уже догадались, все это я писал всего лишь с целью расписаться, поскольку давно не брал я шашек в руки. Я имею в виду настольную игру, а не орудие убийства. Но, как говорится, что имею, то и веду. А имею я всего лишь какие-то туманные слухи о якобы полученном задатке на гонорар журнала «30 дней», почившего Босича в 30-х, но из его уцелевших бухгалтерских лиц следовало, что Катаевская и выдвиженцы, не буду в суе вспоминать имена гениев, получили таки энные суммы за будущий третий роман с таким же названием, который так ждала разогретая читательская общественность. Но вернувшись из богоспасаемой одноэтажной, они сразу же почувствовали на себе свинцовый колпак подозрений и предубеждений. И вместо юморных упражнений они срочно засели за письмецо главному юмористу страны, величайшему людоведу и душелюбу, который, конечно, имел свой юмор, но очень своеобразный и неординарный, как мы хоть и не мы, но тоже вас, товарищ, влюблены. Письмо ответа не имело. Давилка продолжалась, тьма сгущалась. Кинулась писать верноподнижскую пьесу. Ну и та не имела никакого спроса в театрах тех лет. Один из творческого тандема авторов заболел на нервной почке, то лопнуло и лишило нас радости и удовольствия прочтения нового шедевра. Второй гений пописал в стол, да и пошел добровольцем на войну, прозеванную будущим отцом всех народов, большим ученым с трехклассным образованием, то есть, как и все прочие, заткнул с собой огромнейшую течь накренившегося корабля. И как вы, наверное, понимаете, я все еще расписываюсь, дай бы Боже, что мне в своей бездарности. Так вот, тот пароходишка Глеб Бокий курсировал от побережья, где располагалась железнодорожная станция Кемь, а не вспомнит ли нам Кемскую волость из Ивана Васильевича, который так и не сменил профессию, до острова Соловки. Кстати, почему именно Соловки, а не Соловьи, скажем, или Соловушки? И если вспомнить происхождение одного из двух гениев, Соловейщики, может быть, это было Соловки? Тогда что такое ки? Я такого музыкального инструмента не знаю. Можно попытаться расшифровать это как камасутренный изыск, которым было вынуждено заниматься 30 миллионов мужчин, лишенных женщин, по прихоти великого кормчего. Короче, для непонятного это могла бы быть пошлейшая игра в поп-попку. Я не имею в виду попугая, конечно. Сам он великий, иногда приглашал на ночь любимых актрис из малых и больших академички. А что было делать бедным советским мужикам, у которого вроде все было на месте, кроме элементарной свободы, которую они даже не успели осознать как необходимость. Была необходима в женской половине. Но та была тоже рассажена по так называемым женским зонам, и была вынуждена устраивать так называемые сеансы, кидаясь на проволоку колючую в обнаженном виде перед ошалевшими голодными мужиками, которые, если и имели сношение по ночам,
то разве что с Дунькой Кулаковой и Манькой Пяскиной. Такой своеобразный праздник, который всегда с тобой, спасибо Эрнсту Хемингуэю, в котором слабо подготовленный народ не понимал ни Хемингуэя. Но вернемся к нашим баранам, не в прямом смысле этого слова, а к обараненным контрреволюцией крестьянам, рабочим, служащим, а также лицам духовного сословия, которых в то время давили, как клопов, по указке все того же неудавшегося священнослужителя из города Горя. Но от раздавленных клопов хоть и коньячный дух шел, а от этих русских кацапов, чурок, самоедов, жидов ничего, кроме переплелого сероводорода, ощутить было невозможно. Как говорили остроумцы из Вохры, в камеру зайдешь, а там уже топоры висят, виртуальные, конечно, выражаясь в современной наречии. Так вот, пароходик этот, чуть больше большого бульбуксира, набивался сверху донизу бывшими людьми, а ныне зэками, то бишь заключенными, как сельдями в бочке. Так что не присесть, не прилечь, а просто стоять притык, не дышать всем воздухом одновременно. Разнобой. Как говорится, не пухнуть, не вздохнуть. Если кто и умирал по ходу, то и упасть-то было некуда. Так и шли морем на незаслуженную каторгу. Как кики в банке, но те хоть лежат, да еще в соусе. Бывшие людишки ждали стояка, когда приоткроются крышки от трюмов и ударит волна свежего морского воздуха. Трупы умерших вытаскивались и выбрасывали за борт рыбам на прокорм. Партии лохов и трупоносов вновь заталкивали в трюм. И пытка продолжалась. Самый крупные, сильные зэки старались заклотить их как можно больше воздуха, чтобы организовать как можно больше жизненного пространства для своей собственной грудной клетки, чтобы все-таки добраться до другой клетки на берегу, но уже железной. Ну и тут они просчитались. Там их ждали переполненные бараки, так называемые роты, с живым месивом. Один из довольно крупных мужиков, бывший карманник, когда-то кудряш, а ныне облезший наголо, был еще ничего, и даже пытался перебрасываться хохмами с другими страдальцами. Когда его, к примеру, спрашивали, за что попал, то говорил, что свел корову, но телку забыл. Называл себя Шурой, уточнял, что сидит за карман. Ну, чужой, конечно, потому что свой обычно, длинный, как чулок, часто у него волочился чуть не по земле, чтобы при шмоне, обыске, опущенное туда, украденное имущество, не могло быть быстро обнаружено. Его сосед, по несчастью, прижатый к нему боком, тоже оказался Александром. Но не пидором македонского, как выражались зэки. Как он назывался, то ли ветчиной, то ли бужениной, то ли окороком, то ли балыком, то ли шейком, а то ли корейкой. Что-то ёкнуло в воровской душе у карманника Шуры Балаганова, и он начал вглядываться в темноте в лицо, прижатого к нему боком продукта из переработанной свинины. Господь, возмутился он своему воровскому, молился он своему воровскому богу, не дай же мне вновь встренуться с тем самым Александром Корейко, неоднократно обкраденным мной до сославном Черноморске. До сославные времена, когда еще и овцы были целы, и даже волки криминального мира были сыты. Да, это был именно он, бывший подпольный миллионер Саша Корейко, который все-таки попал за свои очередные финансовые махинации, зачаточные гулаговские структуры, и вот теперь, проклиная все на свете, был зажат массой тел, заключенных как в тисках. Когда, наконец, суденушка с человеческим прессованным веселом пристала к Соловецкой пристани, и крышки трюм были открыты, у этих остатков бывших людей просто не было сил выбираться наружу.
И они стояли, пытаясь, вдыхая свежий холодный воздух. Их истощенные легкие сводило судорога. Многие из них откинулись, то есть умерли именно сейчас, даже еще не ступив на твердую землю. Бедным, в кавычках, вохром приходилось вытаскивать этих полутрупов из трюмов при помощи талий или иных подъемных приспособлений. Чертыхаясь и матерясь, они укладывали тела и живых, и мертвых, как дрова, штабелями. Видно, и про них написал Изя Бабель в своей последней хохме. Как бревно в штабе, ваш Исаак Бабель, вроде как предчувствовал бывший следак, хоть и суперталантливый. Не Бебель, не Бабель, и даже не Гегель, а Божий дар свой, растерявший на русских бабах. Надо меру знать. Кстати, как только оклемался Шура Балаганов после баньки с холодной, даже ледяной водой, после адской дезинфекции, когда в драку разбирались, разрывали свое и чужое белишко, после сменных ночевок на переполненных нарах, когда просто скидывали на ледяной пол барака спящие глубоким сном полумертвые люди, чтобы освободить новые места для вновь прибывших несчастных. После кровавой дизентерии, после всего, все писать-то невозможно, после первых блужданий по разрешенной части зоны, он вдруг увидел на одной из кибарок первое за все время человеческое слово. Читально. Читально? Оно было выведено черной краской на обструганной доске под большим плакатом, где были нарисованы три здоровых зэка в ватниках с лопатами. Они вроде бы рыли землю. Надпись крупными буквами гласила: «Бери больше, кидай дальше, отдыхай, пока лети». И подпись: «И Копанин». Пожав плечами, Шура приоткрыл дверь читальни и заглянул внутрь. Ничего страшного он там не увидел, кроме слоненных, стриженных затылков, стопок газет и журналов, и в отдалении сидящего избача, лицо которого оказалось ему знакомым. Оттряхнув обувь, если еще можно было так назвать ошметки, доставшиеся ему от старожилов, Балаганов неуверенно шагнул в этот светоч культуры навстречу улыбающемуся ему избачу. «Командор!» – вырвалось из груди у Шуры Балаганова. Остап, это был именно он, приложил палец к губам и сказал тихо: «Шураша, я здесь под чужой ксивой. Займи меня, Оскар Ибрагимович». Конец первой главы. Ну, начало второй главы могу прочитать, то, что нет. До завтра. Оскар Ибрагимович спросил Шура у избача несколько позже. Тот плакат на воздухе подписал какой-то Икопанин. Кто это? Оскар помрачнел и, став серьезным, ответил: «Это сам хозяин». «Лагеря? Да нет, все страны». «Балабатин», – добавил еврейского вида заключенный. «Он зар Балабатин». «А Вини из Черноморска?» – спросил его Оскар с одесским акцентом. «Оттуда», – ответил он. «Все».